Ну что ж, друзья, всем большой привет! Вы смотрите Music Box, и мы по-прежнему находимся в Турции, в городе Белек, где проходит шикарный конкурс «Королева Украины 2015». И сегодня у нас с вами четвертый день, и сегодня наших девушек ожидает интересное интервью с нашими членами жюри. А также вечером все вместе отправимся на... Примилинари Шоу! Именно Примилинари Шоу, что это будет, увидите, поэтому не переключайтесь. Интервью с членами жюри – один из самых важных этапов конкурса. Ведь каждая участница должна вести прямой диалог с жюри и отвечать на их вопросы. Предлагаю послушать наших участниц, а точнее их умение в ораторском искусстве. Я решила именно поступить на юридический. Но вот проучившись уже 3 курса, я поняла то, что это для меня очень сильно монотонно. Моя мечта воплотилась в реальность. Вообще благодарна Богу за то, что попал на этот проект. Это огромный опыт для меня. В общем, как видите, наши девочки еще и очень любят поговорить. Таким образом, наше жюри узнало много интересных исторических фактов. Хотя, я думаю, они и так об этом знали. Но позитив во время интервью тоже присутствовал. Девочки пытались немного себя отвлекать танцами, разговорами и смехом. Ну что же, вот и закончились интервью наших участниц. И прямо сейчас предлагаю поинтересоваться у нашего жюри, насколько наши девочки справились с заданием. И, возможно, кто-то из них попадет на обложку глянцевого журнала или, возможно, станет звездой канала Music Box. Скажите, пожалуйста, вы как профессионал своего дела, какими качествами должна обладать девушка, которая хочет попасть на обложку журнала? На обложку журнала «Viva», в частности, может попасть только девушка, обладающая талантом, харизмой и именем, уже сделанным, готовым, ярким именем. К сожалению, или к счастью, я не знаю, формат «Viva» таков, что мы можем дать, знаете, такую стартовую площадку новым именам, но не сразу на обложку. Обложки «Viva» – это самые яркие, самые знаменитые и самые актуальные звезды с самыми яркими инфоповодами. Ну, а соответственно, люди, самые яркие звезды, они, в общем-то, и обладают вот этим набором требований, талантом, харизмой, удачей, опытом. В общем, это счастливчики. Какие в данный момент самые востребованные темы в женском журнале? Я думаю, что психология, даже не тема, а вот именно все, что касается психологии, оно вызывает у наших женщин огромный интерес. И он уже 15 лет, и все никак не угасает. Поэтому как бы вот все, что связано с психологией. Самореализация, отношения с мужчинами, отношения с детьми, с начальством. Все. Конечно, сегодняшнее интервью очень много показало, кто готов, кто может сформулировать свою позицию, кто может сформулировать свою мысль, что тоже немаловажно. Это очень много. Людмила, вы сегодня участвуете в жюри конкурса «Королева Украины». И, ну, мы все знаем, что мы часто ищем красивых, молодых, талантливых ведущих. А девушек очень много. И вот как вы думаете, достойно ли кто-то из участниц стать звездой Music Box? Да, вы знаете, то, что мы сегодня увидели, ну, наверное, превзошло. Девчонки все очень умные. Помимо того, что они имеют красоту внешнюю, у них красота душевная. И для телеканала, ну, здесь уже, будем говорить так, обратили внимание на 2 участниц. Это участница из города Харькова и участница из города Полтавы. Ну, называть имена я не буду. Ну, то есть я знаю, что кому-то повезет даже попасть к нам в гости. Да, мы одну из участниц мы пригласим принять участие в виде съемки в программе «Weekend Show».
что же, друзья, а в данный момент вот за той дверью проходит мастер-класс легендарного и известного участника группы The Fuzz Карла Фрирсона. И наши участницы принимают в нем участие. Как они поют и что они там вообще делают, прямо мы сейчас и узнаем. Пойдем. I'll count one, two, ready, and we'll squeeze. One more time. One, two, ready, and squeeze. Ну что же, друзья, всем еще раз привет, и мы оказываемся на Millinery Party, о которой я вам говорил. Сегодня здесь собрались наши шикарные участницы и, конечно же, жюри. Нашим девочкам сегодня будут вручать подарки в виде вот такого вот замечательного кубка. За что именно они получат этот подарок, узнаете уже через несколько секунд, поэтому не переключайтесь. Смотрим Music Box. Девушек отметили за их успехи в защите эко-проектов, победительниц голосований на порталах медиа-партнеров и даже выбрали королеву дружбы. Собственно, каждая участница конкурса получила свою награду. И сейчас можно радоваться и наслаждаться выступлением легендарного Карла Фрирсона. Watch Music Box. First Dance Television. О, девчонки, привет! Как ваши дела? Привет, отлично, ваши. Слушайте, ну вы так круто танцевали вместе с Карлом Фрирсоном. Согласен? Вообще, вы очень. Слушайте, вы такие высокие. Я вам прям как. Ничего страшного, это модно. Да? Что, вы поете, танцуете? И то, и другое. Серьезно? Споете мне что-нибудь, чтобы мне спалось хорошо? Что мы споем? Сейчас я подумаю. Откуда? Догорает наша любовь жертвенным огнем на ветру. Даже тени наших прежних снов я из памяти сотру. Мне уже не больно почти. Стала я сильней, может быть. Ты мне просто не мешай уйти. Спасибо большое. И так далее. Спасибо большое, молодцы. Просто умнички, умнички. Стих рассказать. Серьезно. Вы очень талантливы, правда. Есенина, ну что хотите. Пойдемте к вам в номер, споете мне, расскажете. Все, что захотите. Ой, да все.